Когда-то на заводе работала два десятка легковушек «Волга». Ремонтировать их приходилось часто, и расход бензина себя не оправдывал. Почти 5 лет назад было принято поистине революционное решение – заменить весь парк 6 новыми автомобилями «Рено Логан». На работе предприятия это негативно не сказалось. Вот что значит грамотно проведенная оптимизация. Собираем заявки. Если машина едет в город, то подсаживаются, допустим, 2 отдела, 3. А бывают состыковочные рейсы в аэропорты, поэтому это все вот так вот и на 6 машинах мы ездим. Ритм работы у водителей очень напряженный. Постоянные разъезды, в том числе по выходным. В гараже простаивать некогда, и на ремонт времени нет. Впрочем, Логаны себя оправдали, поэтому через 4 года эксплуатации возник инвестиционный проект – заменить автомобили. Приобрели ту же надежную марку, только обновленные модели. На душе хорошо. Новая машина все-таки есть новая. Хорошо, комфортно ездить. И в салоне стало получше, покомфортнее, покрасивее. И сам кузов, цвет мне очень нравится, ну и двигатель помощнее. Тоже очень важно. Обслуживать автомобили будет, как и прежде, официальный дилер. Но до ремонта обычно дело не доходит. Так только масло поменять. Хотя бывает, даже новые машины могут капризничать. Но лишь в одном случае, когда меняется водитель. Поэтому в водительской среде обмениваться автомобилями не принято. Да и незачем. Новенькие модели все как на подбор.